Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 17. Поясните слова Златоуста. Цитата. «Если ты сам себе не поможешь, ни я, ни Бог тебе не поможет», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Бог сотворил человека свободным и не насилует волю человека. Все в руке произволения». Книга Сирахова, 15, 14 и 16 стихи. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, прострешь руку твою. Бог содействует желанию. Человек – творец своей будущности. Самая сильная молитва, когда молится прямо ко Христу, и если ты сам о себе молишься.